меня послание от Леонида Жукова, это из Белоруссии, Елизова. Он передает привет своей жене Маше. Все так будет отлично, подмигивающим смайлом пишет Леонид. Хочу передать привет своей жене и сыночкам, очень вас люблю, а также всем работникам Самарского металлургического завода, особенно Владимиру Муравьеву. Большое спасибо за переданный опыт. К сожалению, слушатель забыл подписаться. Андрею Геннадьевичу привет передает Александр Беляев. Следующий привет у нас для любимого Олега Лисевича. Люблю тебя, признается супруга Анастасия, и пишет: мы в пути, очень-очень жарко. Настя, ну это хорошо, что где-то жарко, потому что у нас уже действительно наступает осень, поэтому пользуйтесь очень. Привет моей жене Ирине, солнышко. Она сейчас на даче, очень люблю ее и скучаю. Это послание от Евгения. А еще, друзья, сегодня день рождения у замечательного актера Ричарда Гира. Не буду говорить, сколько ему исполнилось, вот даже принципиально не смотрела. Главное, что человек хороший, актер прекрасный, ну и вообще какой-то очень такой душевный. Смотришь на него, и спокойно становится. Давайте поздравим его и пожелаем всего самого наилучшего. Здоровья, конечно, отличных ролей и всего-всего-всего. 8-8-7-0, добрый для ваших поздравлений, пишите.